Правил съм ти, Руру. Че помиш? Авари сама пре себе печем. Не, оправил съм Руру пре нас. Але я съм мислил, че Рура, то е како твоя спецификация. Но я съм мислил... Но ти виеш, како съм я мислил. Не споминам си, че би съм ти доволила са вратить. Але, но та не будь така. Добре, так повец, че мам уробить, а я то уробим. Тераз а хцеш викупить. Не, не, а, си целый час хцела, че би съм с тебе ушел на свадбу. Я с тебе на свадбу пойде. Будеш танцовать? Будем. Але валчик буде найрихлейший танець. Так чо? Є відпустяне? Лен за то, що со мною підеш на свадбу твоєї родини? Але, ну так пречо си така? Ну, але však то тяжко похопить, що я сам си лен мислел, що Микита а Петра... А є то таке тяжке похопить, що тото є твоя найвеча вина. Женя, шак ти о своїх синах абсолютно нич не знаш. Чо зас уробили? Хто? Лука або Микита? Та я їх роздирем як жабу. Но, но, а зас є то ту, зас є то ту. Лен крик, а дрезура. Но кеди си си напоследи зо своїми синами садол? Лен так, а порозправався з ними? Но кеди, кеди то було? Порозправався? Ako s nimi sa dá porozprávať, keď to je jeden väčší mamľas ako druhý? A akože ja sa s nimi tak normálne rozprávam? A nefuď mi tu! Chcem, aby si so svojimi synmi trávil čas ako človek. Aby ste sa porozprávali, zabavili sa spolu. Ale ja sa s nimi bavím celý deň v obchode. Áno, áno, si s nimi celý deň v obchode, ale iba ako generál a nie ako otec. Buď! Sa im budeš venovať viac, alebo zabudne na odpustenie. A nefuč mi tu!